Эта услуга включена в счета САХА, которые получают потребители. Мусорные бункеры установили в труднодоступных районах, вывозят их по графику. И, кстати, они в 9 раз больше обычного мусорного бака. Всего по городу в данный момент стационарно установлено 24 бункера. Они предназначены для сбора крупногабаритных отходов, в которые входят там диваны, кресла, холодильники, телевизоры. Крупногабаритными отходами часто считают спиленные деревья, доски от разобранных построек, оконные рамы. Но все это, по словам сотрудников САХА, строительный мусор. Его вывозят за дополнительную плату.